Хороводы, веселые игры и народные песни. Так встречали Масленицу в социально-реабилитационном центре для детей по улице Калинина. Праздник для воспитанников организовали волонтеры общественного объединения «Радуга жизни» при школе номер 21. Наши ребята организовали совместное мероприятие с 43-й школой. Там есть тоже волонтерский отряд «Данка». Вот такую вот веселую Масленицу для детей из социально-реабилитационного центра. Для разных возрастов, так скажем. Дети сами готовили программу. Как обычно, традиционные праздники, масленичные гуляния в целях сохранения русских традиций. Ну и заодно и развитие творческих каких-то способностей. Ну и, соответственно, это социализация детей. Для детей подготовили конкурсы, в которых дети могли потренироваться в меткости, закидывая шарики в корзину, и помериться силой в перетягивании каната. А самое главное – это традиционное масленичное угощение – блины. Эти мы будем угощать деток, да. Десятиклассница Алена Нетреба выступала на празднике в образе скомороха. Она уже 5 лет занимается волонтерской деятельностью. Стать добровольцем ее подтолкнуло желание быть полезной для людей. Убедитесь сами, угостим блинами. Февралю помашем, марту здравствуй скажем. Я достаточно люблю много общаться с людьми. И, в принципе, все мероприятия, которые мы проводим, они очень интересны и помогают развиваться. Не только нам, но и людям, с которыми мы их проводим. Праздник завершился традиционным сжиганием чучела и вручением благотворительных подарков.